Ру, я не спала всю ночь, потому что либо потому, что у меня болят ребра, либо потому, что я просто нервничала. Вот, я, блядь, всем, кто вокруг меня, приношу страдания. Ахру, понимаешь, когда я всю эту активность начинала, когда я начинала войну и борьбу за гомосексуалов, я надеялась, что когда-нибудь репортеры CNBC, CNN, BBC, когда-нибудь они мной заинтересуются. Вот, но у меня эта надежда улетучилась. Вот, этого не произойдет. Не знаю, я их должна как-то сама искать и сама троллить этих репортеров, да? Короче, ты говоришь, что я не могу призывать, расхуяривать окна и ебало охранникам в магазине, в котором меня избили. Да, это сеть магазинов Мегамаркет. Вот. Когда я съебу из этой квартиры, это не моя квартира, тогда я этот адрес засвечу. Вот. Адрес места, в котором меня избили. Да.